просто сегодня буду снимать игру Слендерина 2D. Посмотрим, что здесь такого у нас будет. Плей легкий. Что за 2D? Не знаю. Hello, my name is Alexander. Пофиг, читать не умею. И что это за хрень? Господи, что за хрень? Это тебе заставит. Ребята, не хочу уже в это играть, господи. Фигня какая, ребят. Я согласна с тем, что это фигня. Офигеть, как интересно вообще. Просто бомба. Идем дальше. Может, я даже выиграть смогу. А, я использовала ключ. Круто. Привет. Что мне делать? The door is broken. Что делать-то? Ребята, я не понимаю, что мне делать. The door is broken. Я не понимаю, что это. Это дур. Дур — это, по-моему, дверь. Broken — я не знаю, что это. Ну, короче, нафиг все. Можно считать, я продула. Фигня это 2D, если честно. 3D лучше. И, ребят, что мне делать, у меня вопрос. Вот давайте выходим. Выходим. Yes. 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 Короче, заново. Play. Фигня какая-то. Ей-богу. Выходим. Идем. Сейчас у Слендерина, наверное, появится. Да. Ну кидай, не мне ключ-то. А, тут уже открыто типа. Что за хрень? Что мне сделать, ребят? Какая фиговая игра. Боже, я не могу. А-а-а, дошло до меня. Давай. Разворачиваемся. Так, это, наверное, надо взять. Нет, ничего не тыкается. Пойдемте в дверь. Чпынькись.
Ходим опять в этой комнате. Здесь, как я поняла, нету нифига, ни жопы вообще нету. Ага, понятно. Так. А, я думала, я сейчас развернусь, и там слендерин появится. А, она не появилась. Это красная комната. Тут что-то ведь должно быть, да? Да! Господи. Ну ладно. Это тут вообще кровь в пикселях. Видите? Пиксельная кровь. Все. Идем. Ребят, спасибо вам огромное, кстати, за 726 подписчиков. Понятно. Чё? О май гад, тут ничего не реагирует, ребят. Ага, опять эта красная комната. Ну, я типа просто тут ничего... Отстань! Господи. Мне надоело так появляться. Всё, нету. Может, я даже выиграю в этой игре. Выходим. Идем вот в эту дверь тогда. И зачем? Выходим. Господи, я не понимаю эту игру, ребята. Я просто не понимаю. О, спасибо. Спасибо. Так, какая тут комната, которая заперта на ключку? По-моему, вот это. Если я не ошибаюсь. Все. Прикол, ребят. Так. О! Это картина Анжелы. Надо 4 штучки для кода. И где тут что открылось? А? Ничего зря. Я что, тут зря все это нажимала? А? Что-то не понимаю. Я что-то вообще не понимаю ничего, ребят. Что тут делать надо? Почему тут ничего не открылось? Уходим тогда. Тогда нафиг. Потому что что я тут могу сделать? Ни хрена. Вообще круто меня зарядило. По мордальне топором. Ой, топором. Ёкарный баба, я не могу. Я не понимаю, что тут делать надо. Вот, вроде бы. Вот этот вот рычаг. Чего он тут делает? Он не нажимается. Опять она. Надоела. Ну, это что не делать, а? Нужно 4 циферки для кода. Ну, где? Я не могу найти эти циферки, ребят. Не знаю, что мне делать. А что, если зайти в эту комнатку? Смотрите. Заходим. Зашли.
Так, тут... Ребята, ну а вы не забывайте подписываться, ставить лайки и писать комментарии. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока!